Это не концерт, это наша с вами практика духовная. И в современном мире, когда наша эпоха настолько продвинулась в направлении того, что мы сейчас видим в жизни, именно мантры, именно духовная практика, пение мантр, оно очень полезно. Поэтому присоединяйтесь, пойте, а потом будете слушать ваш концерт и слышать ваши голоса. И эта духовная практика, она очень приятная, очень радостная. Поешь себе радостно, все хорошо. Счастливы.